Называть детей несуществующими именами в России официально запрещено. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Согласно документу, именем или его частью не могут быть бранные слова, титулы и должности, цифры и символы. Исключение – дефис, соединяющий двойное имя. Премьер-министр России отдал распоряжение Министерствам труда, финансов и экономического развития до 20 мая разработать законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Очередное повышение МРОТ ждет россиян летом. С 1 июля его увеличат до 7800 рублей. Сравнять минималку с размером прожиточного минимума, который на сегодня составляет 10,5 тысяч рублей, премьер-министр пообещал в течение нескольких лет. 9 происшествий на водоемах республики зафиксировали спасатели с начала года. 4 татарстанца в них погибли. Столько же до сих пор не найдены. В том числе ведутся поиски двоих мужчин, которые 17 апреля поплыли на самодельной лодке по Каме. Судно перевернулось в районе Битьков. Всего на борту тогда находились 5 человек. Трое из них спасены. С этого дня предприятие «Автодорог» частично ограничивает движение по двум улицам. Ремонтники работают на улице Железнодорожника в поселке Зябь от Незамединова до Комарова и на улице Комарова от автодороги М7 до набережно-Челнинского проспекта. По плану ремонт продлится до 13 мая.